Добрый день, дамы и господа! А это стрим по игре Seven Days to Die. Это третий стрим. С вами, как всегда, ваша Крануша. Приятного просмотра. Чувствую себя на десяточку. Врубила, погнали. Я мансую змею вокруг машины. А я запись врубила. Нормально. А, ну все, у меня кончился гаечный ключ. До свидания. Опа. Привет. Что там еще есть? Парочки. Надо будет до дома держать. Я хочу скинуться. Все это добро. Здесь, по-моему, блюберри, да, и семена дети. Черника. Кто-нибудь принесите мне гипс. Я его дома оставил. Гипс! У меня перелом. У меня прямо перелом еще. Ебать. Ну я к торговцу потом домой тогда и принесу. Закрыли дверь, кто уходил в дом? Я не последний уходил, это точно, я первый уходил. Откуда, ну, я закрывал, но кто-то домой придет и разнесет его. Между кто прочим, такой? У торговца две свиньи тут. Пиздец. Да, сейчас добегу. Аккуратно, не беги, иди шагом нормально. Я шучу, я ползу со скоростью. Так, есть одна свинья. А это, он тебе больше задания не даст. Да. Ебать, у меня заражение, мать твою! Как у меня перелом. Там еще один. Нереально. И у меня на 1:59 ушиб головы. А чем ушиб голове лечится? Да, обезболивающим, по-моему. Таблетками. Патроны, я не буду брать самодельное бомба. О, второй уровень. Есть. Тем временем я ползу. Ползу. Так, 61 до следующего парковки. Да, по-моему, там была. Ну-ка. А нет, это недалеко, кстати, от нас. 500 метров, это да, недалеко. Так, я до дома. Ну-ка, как раз 662 на юго-запад. В сторону юзе, СЗ, на юг есть 300. I've got a task. Great. If you're lucky, you pull this off, I'll take care. Блять, может у него что появилось после второго уровня? У него есть железная копье 4 уровня. Яичница с беконом в торговле появилась. Нет у него ни хера, ребята, я вам скажу. Так. Так, что там тебе надо, гипс принести или шину? Гипса у нас Карл... нет, у нас есть шина. Есть у нас гипс. Я гипс домой дома оставил. Да, ну, я принес один. Сейчас принесу. Да я уже тут рядом, если что. Но все равно. Мне надо будет тупнуть.
Потом от стекла опять. Угораздило же, а? Да. Внешнее восприятие, шикар, сука. Искатель четвертого. Чем эта хрень лечится? Еще раз напомню. Сотрясение. Болеутоляющий для восстановления. У нас вроде есть зелененькие, да? Нет, беленькие. А, нет, беленькие. Беленькие были, есть. Я оставлял. 100% есть, я тоже приносила. Уже получу. Дайте так, вот это вот. Так, а, сейчас тогда верстак сделаем. Ну-ка. Верстак не получится, наверное. Да, слитки железа нужны. А сколько слитков надо? 25 слитков железа. Охуеть, ну, кстати. Мне столько нету. Сделаем, найдем. Вы подойдете на квест на этот же? Я ползу. А, на квест ползу? Блять, народ, не въебите, пожалуйста. Да я смотрю. Я смотрю. А, короче, блять, где? Запад? Вижу. Но. А чё тут нету, блять, координат-то этих градусов ебаных? Ну, короче, я без вас тогда квест сделаю. Я давай. На запад. А чё, а я, блин, я думаю, пойду за аэродропом, блин, со своей скоростью. Дело, ага. Я за аэродропом пойду. Так вы все равно далеко. Мне что так ждать. Я пройду сейчас быстренько один, да и все. Давай, вальса. Тем временем я, который, блин, полз полчаса туда. Все, зашибись. Сука, тварь, блядь. Как мне... Блять, ты будешь умирать или да? Фонарик, прикол. О, блядь, броня 5 уровня. Ебать, мой хуй, вот это нормально я нашел. Так я за аирдропом поехал на велике, мне велик дали. Заебись тебе, а мне? А вы второй уровень получите, и вас там будет предложено. Железная лопата 5 уровня, сюда! Отлично, копать будешь. О, у меня часть велосипеда, каркас. А он не так далеко, кстати, упал. Я вижу аэродром. Блять, у меня, короче, сломался ключ, но тут все отрегенилось, и тут дохера чего можно это. Вот эту бензоколонку можно на стали, на металл разобрать. В смысле, на железо. Ладно, похуй, сейчас. Сейчас вопрос решим. Да он недалеко был, ну. А мины? Нет, мины, пищу. Ой, тут селитра рядом. А, так, Кайлупка, ты снайпер? Или да?
Алло. Или да. Или да. Просто у меня это, четырехкратный прицел оптический есть, тебе надо? Не помешает. А почему у меня Давай. Какая-то шахта на 1 и 2 обозначена? Это моя. Почему она у меня обозначена? Не знаю, я просто поставил и все. А, блядь, клад. Нахуй его, это все в порядке. Или что? Это нет, это другое. Mm-hmm. Так, я просто железо помечал. Изготовление боеприпасов. Ну-ка, что это дает? Что за комплект? А, 4 хлебушка дали и 3 вареные кукурузы. Живем. А что в аэродропе то? Это она тебе говорит, что в аэродропе. Стоп, комплект для изготовления боеприпасов. 100 пороха, 100 бумаги, 100 гильз, 100 пуль, 100 дроби, 3 вареные эти, кукурузы и кукурузный хлеб. Сейчас скину все для пуль. И полечу по это к вам, ребят, короче. В вашу сторону. Нет, нихера, потом полечу. У нас за домом 4, 1, 2, 3, 4 месторождения железа. А у меня 0 кирок. Тут селитра. В смысле холод, блять? А почему мне холодно вдруг стало? Вы чё, голод? Дождь идет, тебе мокро. Блин, надо где-то плащ надыбать. А ты голый без одежды ходишь, да, тем более. Броня. А есть одежда какая-то? Нет, у меня здесь нет. Кто грибы, блядь, кинул рядом с этой? С мясом. Даже, блядь, для семян, для почек херни есть отдельный шкафчик. Все, что такое поднос знакомый. Хоть ваша задача скинуть все в ящики, а я раскидаю. Очистить от зомби 233 метра. Принять. Заебись. Скидывай. Тем временем у меня задание. Иди в километр там прогуляйся со сломанными ногами. Зашибись. Ага. Вот, и без велосипеда. Сегодня не мой день явно. Че, мы идем по эту душу? По какой? Твоего квеста? Я ну, у меня поближе. Я уже на свой. Где? Я уже на свой ушел. Не обратно с сломанными ногами идти, я не хочу идти. А когда у тебя ноги починятся? Через какое 20, время? 20 минут минимум. Я в ахуе. Ну ладно. Ну. А тебе гипс чем-то помог? Ну, ну так ребят, бы это... Так бы это... Так бы это 2 часа. Бегите пока, наверное... Нет, я с вами попросил. Так бы у меня лечение 2 часа заняло. И это я при том, что вообще не должен был бегать. Никак. Никаким так, образом. Лопату я возьму. Это нахуй факел. Ой, тоже мне вообще не всрался. Это сюда. Так, а можно мне как-нибудь... А, во, я просто поменяю. Я тут спизжу гаечный ключ и вопросов задавать не буду. Так, а где у нас коробка на квесте? Ты делаешь квест уже, нет? Нет. Я еду. Я тоже хочу сказать, я еду. Мы едем. Я ползу. Потом каждому свое. Буду, я на обратном пути буду разбирать, пешком пойду. Кого разбирать? У меня на юго-восток квест. Я почти на нем. Ну, видишь, у тебя тоже. А с коробкой ты расшарил свой квест? Я потому что у меня только твой и свой. У меня мой и все. Им. А ну я своим делился. А у меня нету твоего. Ну вот сейчас, подожди. Блять, а это мое, твое. Вот, я расшарил. Потом буду все это разбирать, нахуй не до того. Почему тут такая прекрасная вода? О, тут школьный автобус можно распиздякать. Жестко. Смачно. А тут вообще... два этих скорлупка на квесте? Еще. Еще нет. Я как ушел там.
Я сегодня также на велосипеде катался. Блять, а у меня нет велика. Я на машине катался. Ну, у меня два велосипеда, два охуенных велика. Ну, один мой, один жены. Нахуй эти машины, потом буду толстым, если буду на машине кататься. Бля, в натуре вода охуенная, скорлупка не спиздел. Тут озеро, озеро мечты. Да, тут оно прекрасное. А чё с ним? Что за хрень? Машина, блядь, утонула. Так, а ты поделишься квестом-то? Тихо, не скачи, тебе пешком надо идти, иначе дольше восстанавливаться будешь. Ну мне ж по кайфу пешкочком-то идти. О, ползает говнюк какой-то. Классно, на велосипедах катается. Тем временем я со скупными ногами. Ну... Просто сидят передо мной на великах, выпендриваются. Ой, прекрасно. Это когда гулять пошел с друзьями, у них есть велосипеды, а у тебя нет. А у тебя гипс на ногах. У тебя этот дом. Расшарь. Опа! Дверь. Если найдете антибиотик, я буду рада. С кинтепом мне уже сдохнуть дешевле будет. А, мы проходили уже подобный дом. Да. Нет, не здесь. Ну не здесь, но там это было. Он такой же, но... На, сука. На, блядина. Эй, смотри, он спавнился прямо тут. А ты квест начал, что ли? Да. Так ты не поделился. Блять, ну получается, поехали тогда на квест. Ну погоди, давай с ним Марины. Давай. Ну и я тогда обыщу пока все тут. Я типа вообще случайно нажал, честно говоря. Просто проходил мимо, я думал это залутать. А, давайте только, чтобы по чесноку было, негласное правило своего рода установим, чей квест тот забирает главный. Да. Разбираем все. О, сейф. О, мы можем разколоть это. Или не можем? Щами это долго будет. Киркой, да, киркой, кирка есть? У меня нет. А я сломаю, у меня все ломаю. Я кирпич. Не ломай гаечный ключ, не напасемся. Тем более, что после того, что тебя забирают. Охой. Лутание, насколько у тебя качество? У меня не насколько. Именно обыск в этих не насколько. У меня это физическое качество. Быстро про правила забылось. Я только хотел сказать. Главный лут. Это основной ящик. Ага. Ну давай, что там? Славилась, да, такая? Забирай, если надо. Давай посмотрим, я все возьму. Дубинка и патроны. Да, заебись! Черта, говорит, что, с ума сошел, что ли? Нихуя себе. Нормально. Прям как под меня лут чисто, вот. Заплесневевший рюкзак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ёбнулся. Кровати тоже разбираются, они железо дают, и это. О, бинтик нашел. О, лампы не разобрали на входе. Ой, упал. О, тут еще одна лампа есть, кстати. Разбирать кровать. А, это не лампа, это... Только можно разобрать, давайте. О! Блять. Опять поктовый разбился. Обожаю это дело. Ноги все переломаю. Это как-то не густо. Я вот, блять, была бы у меня кирка, я бы тут, конечно, железо бы уже в 100 раз больше накопал. Ну, железо, нам нужны электрические части и прочее, прочее тоже надо будет.
Техника, механика. А где там псы эти, пиздят? На входе. Печки. Ну-ка, это можно, о, это можно разобрать. Опа-на, нормалек. Опа. Показалось, что медведь стоял, прислушивался, отпустила, блин. С испуга. Говорит. Ну, надо будет потом. Как-нибудь проще мы можем уйти на эту, кстати, в шахту. Кирки доделать, проще там добро. Блин, а чай быстро стоит из-за заражения, да? М? Из-за заражения устроим. Че, он уже высокого уровня? 4-6. А, да там это наверху это будет. Коробка. Так, ближайший квест. Смотри, олень впереди. Ближайший квест не мой. А, нет. Мой, мой. Ну, либо твой, либо мой, они недалеко оба. Олень. Я тебе сказал дважды, олень. Стой, сука. Беги, олень, беги. Стой, беги, блядь! Бэмби. Беги, Бэмби! Блядь. Ну или мать Бэмби. За тобой кабан бежит в догонку. Пиздите его, бляха, муха. Я не могу. У меня опять ушиб коленки! Опять! Сука! Ушиб коленки — страшное дело. Осадины. Да. Как я тебя понимаю? Вы испытываете жажду. А ну мне и так бинты нужны. Там вон курица еще есть. Прямо по курсу. Бинты, да? Я молодец, я на базе скинул бинты. Надо крем-салоя. О! Отлично, 12 уровень. Было напрасно. Ладно. Да в пизду, все, я сливаюсь. Что случилось? Я опять упал и опять ноги сломал. О, долбатель третьего уровня. У меня проклятие какое-то. Я упал всего на один этаж вниз, и у меня уже опять третий. Максимально крепкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Кукурузу, блядь, собрать по полям. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Какая хуйня. Так, блядь, загрело нахер весь этот. А, это ты. Но. Тебя там отвезет, ты в курсе? Но одного я уже отпиздил. Свинья, ебать! Иди нахуй! Да ты пидорас, блядь, или алкоголик, ёпта? Свинья такую. Блядь, а чё со мной такое? Два часа, это чё такое? Усталость? У тебя что? Там чувак такой, нагнувшийся, как будто блюет. Посмотри. Тяжёлая, тяжёлая жизнь у тебя. И тут куча всего. 22 слитка железа сюда. Это походу мне на топор или на кирку. На кирку. Закинешь общий котел, я сделаю из этого второго, третьего, или если ты умеешь, ты, по-моему, у меня третьего. Я могу третьего делать. О, сапоги. Металлические. Что это, блядь, змея! Сука, напугала! На втором этаже свинья? Дурак. А, змея. Она еще выползает без своего вот этого вот. Она бледина, да, она умеет такое делать. Эта тварь попала в вонючий вьючный мусор. Фэтигюет. Блядь, что такое фэтигюет?
Я в ахуе. Сейчас загуглим. Ребят, основной лут. Блять, пить ебать. А, ну я усталый, чисто поебашился с кабаном и устал, нормально. Блять, меня больничек чуть не отпиздили, что-то хочешь. Тоже. Все четко. О, олень. Приветствую. Вернулся, что ли? Нет, другой. А может и тот, если ты того не убила. Я не убила того, я просто, блядь, не догнала. Ну? Второй лук херня. 5 политических оружия. Вот это хорошо. А, нет, я 4 уровня инструменты изготавливаю, напиздел. Да, только что. Хорошо, тогда. Ну-ка гляну, а какого у меня? У меня 3 уровня этот. Окей, я поехал на твой квест без тебя. Да без проблем. Так, сука, оно живое, ты чё? Вы охуели? До свидания, молодые люди. Тут 2 погорельца, блядь. Я пришел тачки разбирать, а они живые. А, там, да, есть местечко. Привет. Блядь, я бам. Ещё пить хочу. Бам. Есть. А, ну есть, я поем сейчас. Да. Бегать запрещено, нахуй. Ну, будем разбирать. О, кстати, пойду бензоколонку разберусь, с нее же дохуя падает. Тут столько бензоколонок, Марина, это капец. Их тут 6 штук. Все разобрать, столько стали с железом нафармишь. Я начну здесь вот фармить автобусы против старт. А там хуйня. Да, конечно, так падает. Тут тоже. Просто у меня сейчас закончится этот ключик. А тут прям слитками падает. А может и не закончится. А там, чтобы топор и кирку сделать железно, какие-то рецепты надо знать или нет? Нет, в принципе, там. А ну что я тогда сделаю? 3500 топлива, просто как с куста. Тут... А 2 или 1 олень? Просто в идеале, чтобы кто-то качал для верстака, для этой, вон ту часть. Если мы будем с тобой одно и то же качать... Ну, качай. У меня уже больше... Ну ладно. А у меня уже больше прокачано. Ну, я просто всегда добываю, поэтому... Просто ты в одно вкладываешь. Да. Ну это, короче, у меня кончился ключ, надо будет еще 2 колонки раздолбать. Я вот у меня уже на данный момент 32 железа. А куда? А, нет. Сейчас. Я тебе скину ленту. А-а-а! Так, сейчас подожди, машину занятого, пусто. Викнул. О, подожди! Мне надо зайти в маркет, мы знаем. Потому что тут могут быть книги. Так, грязная вода, пустые бутылки, 1 000 000 бумаги. Нахуя бумага вообще нужна в этой игре? Изготовление пуль. Да? Я. Ну. Бумага надо. Если дают, бумага надо. Бери, пока дают. Так, ну что-то у них тут... Я нашел карту сокровищ. Ну что? Знаешь, нервный смешок. Можем и ночью, в принципе, пойти. Но это строго ночью на сокровища надо ходить. После того, что было... А, сучиль, да, блядь. Я сейчас повторяю практику, запрыгай тебя до смерти. Я не буду лечиться, просто я... смысл. Умереть гораздо проще. Где ящики есть, запрыгай. А, идите нахуй, слишком много вас, ребята. Давайте, без меня.
Во, нахуй, поехал отсюда. Поеду. Сократил путь до дома. Так. О, почта. Иди сюда, деремку-то надо? Так я вот и иду. У меня тут гайд для лучников. Надо кому-то? Какой? Четвертый по... Ой, второй по арбалетному лучному. Сейчас, погоди. Господи, по арбалетному... Четвертый? Давай. Второй. Второй не надо. Блядь. А, ну, может, с коробки надо. Господи, где я держу? Так, ремонтный набор. Починить. Так, погнали. Я на свой квест, короче, еду. Все, поехали. Сейчас, деле, подожди, я две колонки сломаю. А, давай. И пойдем. Там эта станция, я так понимаю. Еще. Впереди. Там столько шумов повсечается. Не, ну слитков железа с них падает, просто мое почтение. Надо будет разбирать, но это позже. 16 стали, 36 железа слитков. Шикарно. А, я у считаю. Меня ферма. Так, ну все, я выдвигаюсь. На твой квест. Так, я могу включить, вроде бы как. Кого включить? Ну, в смысле, квест. Начать. А, ну, конечно, можешь. Сейчас я подъеду но только. Ну, надо пролутать сперва. Бля, тут какой-то пенис прыгает по дороге. Без нас будет? Или прибежит скорлупка? Нам ждать тебя, нет? Начнем? Или как? Сейчас, так, давайте посмотрим, какой именно квест. Там, где я. Ну вот, мы сейчас на нем вдвоем. 350 метров от тебя. Ой! Я упался. Давай. Че, начинай без тебя? Нет, он говорит, прибежит. А, прибежит, я не слышу. О, шестой аккумулятор. Хорошо. Я 2/5 походил. Заодно скорлупке книжку отдам. Так, можно яичницу съесть. И воды выпить, в принципе. Ой, ладно, ладно, блядь, не бесись. Скорлупка продается, если что, мини-байк за 17 тысяч. Да нахуй, у нас на третьем уровне детали для мини-байка будут. А ты что качаешь, скорлупка? Я качаю силу и восприятие. Класс. Мы, все получается, качаем, все качаем силу. Силу и восприятие. Надо, чтобы кто-то интеллект качал. У нас вроде кто-то начинал уже. Я восприятие не качаю вообще. Я качаю только силу. Так что я буду чисто тупой. У меня сила и восприятие тоже. Мы все сильные и очень восприимчивые, но при этом очень тупые. Ну, получается, что так. Так, я тогда драгоценную добычу не буду вкачивать. Давайте тогда я в интеллект уйду, блядь. Нет, нихера, мне надо вьючного мула докачивать. Какой 10-й? А, 5-й вьючный мул, а что для него надо? Уровень силы 5. Я буду уровень силы до 5-го тогда вкачивать. С вьючным мулом на пару. Так, а что-то тут ребята-то не заспавнились? А мы качали уже, это место, ну так, короче. Не знаю, тут вроде есть какие-то вещи. Мне надо может, этот торговый маршрут открыть будет еще. Сгонять. Можешь начинать? Так, да? Подождите. Подожди, не-не-не. Нет, у нас скорлупка не здесь еще пишет. Ну, у меня просто уже написано ждать активации. Нет, у меня пишет что-то не тут. Ну, все, давай еще раз. Ты здесь где, мужчина? Я за спиной. Синий. А. По зубам, блядь. Собака. На! Нормально. Голова разлетелась. Ой, второй ножик. Хорошо. Могу первый отдать под него. Все, я сегодня что-то нашла. Сейчас. Мне вода нужна.
Тема выключатель. Используем, похуй. Воу-воу-воу-воу. Спокойно, что за звуки? Звуки секса. Так, мне нужно будет громила пит вкачать на один уровень. Опа. Приветствую. Там ползаешь, блядь. Я буду бежать, как слышно. Тихо. Я там. Так, оставляю одну книгу техноманьяка. Там 7. А, внизу потрошки валяются. Да, недолобный фонарь, модификация, бля. Это четко. Вот тут медикаменты на полу. Скорлупка, на, возьми книжку. Кто там хрюкает, блядь? А с улицы, скорее всего. Сейчас разберемся. Ребят, могу отдать первый нож. Этот охотничий? Да. Давай. Скидываю. Ты здесь? Нет, я внизу. Блядь, ну сейчас. Иду. Так, сокращай путь. Ага, нормально. Держи. Блядь, вот. Так, куда он... перебрался. А как его чинить? А, что ремка, для него? Ремка, а, ремка. Бля. Да пипец. Тут почти на все нужна ремка. Ну, а вот у меня бибита. Его квест, и надо успеть сдать. Ребят, есть вода? Есть. Хорошо. На улице. Куча воды. Блядь, ну нет? Спасибо. Банку воды. Да, у меня есть, пойти, есть. Да? Это. Я скинул 5 банок. Ага, спасибо. Давайте еще один город принести, выполнить. А, тут зачистка рядом. Блять, я не взял, ебаный стыд. Слушай, опять зачистка. Бери, так пока это... не ушел. Блять, а где он у меня? А, он внизу, хорошо. Я не вниз подбери, давай глянем. Все. Че бы мне с собой не тащить, я думаю... Потом надо будет на базе. Ну не на базе, а это так. Модификацию с него вытащить и нахер выкинуть. Так, а где мой велик? Вот ага, он. Вижу. Вижу, вижу. Ты не бросай во время квеста, он исчез тоже. Ага. Я не знал. Так, ну поехали на мой квест. А он что, это тот же квест, который мы делали, да? А, ты его начать не смог, походу. Тогда ты просто... Это не я, это скорлупка, у меня не было этого квеста в прошлый раз. Да, тоже, просто место тоже, просто он дает одни и те же квесты. А, ребят, зачистить надо. Зачищаем. Давайте. Начинай. Не-не-не-не-не-не! Тут все пусто, мы тут уже были. А, все. Просто пару точек нашла. Ну, давайте выходите из дома. Начинаем уже. Все нормально. Блять, как ты меня ударил раньше, чем я тебя? Ёбнутая. Ах ты, блять, не заметил. Кофемашина. О, отлично, кофе есть. Вы стулья собирайте? Я потихоньку буду нахуй выбирать. Так, зачем нам стулья? Кожу кожаные. А нам кожа нужна будет. Я там кожу буду разбирать. Я не только перевязываю. Латунь. Это ноутбуки попробуйте разобраться. Дают. Да, электрики немного.
Мега давка. Мега давка, это скорее всего поможет потом. Что говорят? Блять, какой же ты живучий, уёбок. Так, ну тут сейчас будет дождь из придурков. Шестые набивные ботинки, ну что там? Не, мне только металл. Да блять, как ты? Чё по хитбоксам? Ой, вот эта штука хорошо. Так, шлем. Какая-то хуйня. Ну, короче, хуйня какая-то. А шлем, ну-ка. Шлем даже хуже моего. Так, ну-ка, может, в ящике что-то интересное есть. Нормально. Качает. Нихуя интересного. Народ, я активно очко уже. Так, все, я поехал сдавать. Блять, меня тут... не бросайте, пожалуйста. У меня и так дикий перегруз. Меня преследуют, блядь, 40 зомби, я боюсь. Я внизу живу. Там добермен впереди. Я господи. А, ну все, пизда, нам в случае чего. Как говорится, крути педали, пока не дали. О, нормально, я проехал. Догоняй, блядь! Дрифт, ёпта. Кириски? Да. Ага. Жёстко. Павандейский. У меня заражение 10% уже. А чего от усталости помогает? У меня она на 2 часа почти. Не педали, не крути педали. Не педалировать? Да, не педалируй. Педали. Спаси, господи. Урожай какой-то. Ну, вот так называется, педалирует. Так, бою каждый взял. Here's your bounty. Something you want to buy or trade? Патрон для рюковика есть. Well, you did it, so I'll honor our agreement. Работу пока брать буду. Ну, я возьму очистить от зомби 370 метров. В какую сторону? Да хуй знает, северо-восток. 400 метров. Северо-запад есть. Север, у меня ближайший, блин, 661 метр на запад. Северо-восток. Ну, у меня северо-восток 402 метра отсюда. Северо-запад 800 метров. Ебать, у нас деревьев выросло, нихуя себе. А они почему пропадают-то, я ничего не понимаю. Это под определенным углом они пропадают, не переживай. Потому что 7 days. Да. Потому что гладиолус. Скидывайте все в три ящика, которые на входе, я раскидаю. Мне нравится стоять и раскидывать вещи, меня это успокаивает. Подсортировать. Учим ночью заняться. Да. Вы вон елки рубите, а я буду сортировать дальше. Просто тупо скидывайте. Сейчас. Боже, пожалуйста, я все расскажу. Ваша задача скинуть. Все. Кто это так? Просто тупо скидывать. Друзья, тупо скидывать. Что за звук?
тачки. Так, а где? Нам же нужен этот верстак или что? Как крафтить-то этот, блядь? Делаю, у меня есть схемы на верстак. Металлические приколы. Мне молоток гвоздодер есть. Мне надо будет сейчас мою эту штуку выложить. Мне нужно 25 металлических стежков. Есть, есть, ой, блядь. Так, а есть этот у кого-нибудь, какой-нибудь огнестрел для меня? Я оставил вот в этом ящике вот на винтовку. Гаечный ключ. Где-то я еще, по-моему, дробовик скинул. Из трубы. У меня дробовик из трубы, но я его, по-моему, находила. Нет, дробовик мне не нужен. Так, все, верстак готовится. Так, а куда я скинул? Блять, я скинул свой молоток гвоздодер. Кто так скидывает? Ради бога, пожалуйста. Ну кто? Я не в то место. Мужчина! Я остановитесь, я... пожалуйста. Мужчина, да. Вы остановитесь. Я кидаю у входа. Скидывайте у входа. Все. Патроны не в тот ящик. А, это я. Я не кидаю не в тот ящик, ничего. Да, я вижу, бля, половину ресурсов в том месте. Ну я просто подхожу и на быстрый сброс делаю. То, что там лежит, оно туда уже сбрасывается. Я ничего другого не кидал вручную, так что это не ко мне претензия. Буду ругаться страшно силой, блин. Не люблю без подарок. У тебя еда-то есть какая-нибудь хотя бы? А у тебя ты прицел, ты... Яйца нужны. Чё прицел? Вон ты прицел находил, он у тебя еще? Вот он в верхнем правом ящике. Нашел? Да. Есть у кого-то яйца еще? Не, нету. Ну тут 6 яиц лежит справа я сверху. Так, а, а куда они делись? Я не куда не туда скинул, потому что. А вот. Я же не смогла сделать. Нужны кому-то по ножу из металла? Мне нужно. Я их ломаю. Mm. По ножу из металла третьего уровня. Заебись, спасибо. Так, пока что. Так, все. А, так это не по ножу, это сапоги. Не та, но я это имею. Разламывай. Мне по ножу надо. Разламывай их сразу и потом железо. Поехали, все. И теперь по-человечески. Там не сла, сказал разнос. Ты сюда? Разберешь? Нет. Ой, разлагающийся мясо. Ну, то сейчас не разберем. А, не. Блин, а в стойкости фермерства, сука, и какого уровня? Играю за черного, все в белой одежде, и, блин, у меня даже велосипед белый. Все белое. Так, мне нужен ящик. Да, да. Чисто под механику, чтобы оставалось. Абонент звонил вам предположительно с рекламными целями. Охуеть. Это технологии. О! О! Машина. Надо разобрать. Сейчас, ребят, по работе отойду.
22 ребенка в группе. Понял. Принял. Что за звуки? Это что такое, блядь? Что там у тебя? Так. Какой-то пиздец тут. Очень толпа, блядь, зомби. Вот просто толпа около дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять зомби. Вы что, ёбнулись? Откуда? Это типа, знаешь, как орда просто. Они как будто идут куда-то, но они меня заметили. Бля, пипец. Я знаю, куда они идут. Они идут за тобой. Не попал. Охуенная винтовка. Эй, иди нахуй, блядь, гандон, ёпта. Ты папа аккуратнее, сейчас ночь наступит буквально через несколько минут. А их тут уже дохуя. Так они сейчас еще бегать начнут. Они уже бегать начали. А, ну тогда весело. Не, а нахуй, я уехал от них. Но они прям за домом, вот в чем прикол. Они сейчас придут и начнут его разносить. Или нет? Да. Там по работе пошли. Слушай, а куда они? Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, на три, ноль, десять. А, ну они куда-то по своим делам идут, но не по направлению к дому. Кстати, если что, велосипед можно всякие вещи складывать. Я знаю. Просто на всякий случай. Вон какая-то гражданочка идет. Ну, с этой я справился. Ебать, по 50 железа надо на каждое. Жесть. А каждый что? Ну, на каждый инструмент 50 железа, на кирку, на топор 50, на лопату 40. Ну это я четвертого, да, слитков. Я добыл только 36. Ну сейчас кирку сделаю и пойду тогда копать этот уже металлолом на переплавку. Давай. У меня как раз уровень сейчас поднимется уже. И что я могу прокачать? А, я могу прокачать только громилу Пита или тяжелую броню. Вечный мул, кстати, можно еще. А, ну все, эта орда куда-то ушла. Тут 10 зомби, я тут разбирал машину рядом с домом. 10 зомби вылезли из куста. Да, бывает. Умничка. Я посмотрю, там по 50 слитков надо на каждый инструмент. А, желез, ты этот имеешь в виду железные, прям металлические которые, да? Да-да-да, прям слитки. Кирка полтос, топор полтос. Так что сейчас я сделаю кирку и отправлюсь долбить железо. А, но за домом через дорогу. 4 месторождения там. Ну вот я вижу, да, я здесь бегаю сейчас. Я, правда, машинки пока ломаю. Ну, не суть. Видишь, главное. А ремнаборы эти, они сложно делаются? Нет, я... Давай я тебе скину, сразу сделаю. Ну, пока не надо. О, бля, доберман. А ночью их много всех появляется. Ремонтные наборы, клейкая лента. Ой, КД. О, доберман напал на зомби. Так, громила Пит. Могу создавать дубины 4 класса.
Шикардос. Так, ну ладно, ребята, вы там ебитесь, я поехал. Вы проголодались, не понял. Что, у меня, блядь, шея заболела? Чему бы это? Сейчас делаю как раз ремочку, подожди немножко. Пока да я не могу, у меня есть 5 штук, держи, у меня есть готов 5 штук. Сделается. Просто мне 5 верстак я воткнула. Угу, я вижу. Все, потихоньку начинаем дальше продвигаться. Так. Мне надо вот это. Мне надо вот это. Потом. Так. Так, так, так. Ну-ка, где у нас? Одна? Что-то прошло. Клейкая лента. Так ее делать надо. Ну, сейчас я сделаем. Я сделала 11 штук тебе на ремке. Так, а как они клей, на чем ткань, крафтятся? Клей, ткань, второй ящик. Это я не знаю. Это я взял. На руках. А, вот, вот, клейкая лента. Раз, два, три, четыре. Изготовить. Так, готово. Мне, короче, не хватает это металлических слитков. Не металлических. Железо. 4, 3, 2, 1. О, нихуя. Так, а что у нас здесь было? Клейкая лента, да? Так, нахуй запутался, просто сюда. А, вот, отлично. Сколько мне их надо? А по максимуму. О, 121 слиток железа сейчас сделаю. Обычное железо? А ты говорила, то стальной именно слит. А, мы не можем стальные сделать. Нет, необычное железо надо. Ну, короче, делаю, ставлю 123 железа на готовку. Угу. Не, сталь не надо. Мне именно железо надо. Ну, остальное мы не сможем, нам тигель нужен. Ну, у нас вот стальных 18 есть сейчас. Даже больше. Сейчас их. О, модификация бронепластины. Так. Прикол. Часть сюда, на оружие, на прочую дверь. И так, и модификация в одном ящике пока хранится будут. Так, автотовары. Так, а могу ли я изготовить? А, кстати, так а чё я мозга-то ебу? Я ж могу всё это делать, блядь. Я чё выебываюсь тут уже? А, подождите. Чтобы мне это делать, мне надо тяжелую броню на 2 вкачать, тогда смогу сам делать пиздатый 4 уровня. Не, пока не буду тогда. Это что? Да броню металлическую могу сам себе делать. Я что-то мозга ебу, сижу. Не-не, стальная рановато будет. Так. Так, а бейсбольная бита 4 уровня, чё по урону? А как посмотреть? А, вот он. Никак. Так, поехали дальше, у меня ещё
хоба в руке. Так, железная кирка. Изготовить. Блять. А что с ним делать? Не знаю, карту сокровищ пока кладу в медицинский набор. Я просто не знаю, куда ее совать. Тихо. Куда подальше? Выкинуть нафиг из дома. Такое дело. Так, надо железо еще на плавку закинуть. А есть у нас? Все, что ли, кончилось? Эй, хуй на него, там еще 121 железо. Точнее. Ну да. Я могу еще 10 сейчас закинуть. Нормально. Делается какой-то. Короче, делается еще сотка железа. Так что кому-то. Ну хотя нет. Пусть пока делает. Да, пускай делается, я отойду. Попить, поесть возьму, а то я что-то не ел сегодня, ничего толку. Сейчас сознание потеряю. Не выходи тогда. Я, кстати, наверное, пойду тем же займусь. Как ты подойди к дому, за, не знаю, на крышу заберись или в дом. Я чувствую себя в безопасности здесь. Ну, в крайнем случае, если я умру, я особо ничего не потеряю. Я все равно ненадолго. У меня желтое заражение. А что будет, если полное заражение или что? Okay.
Mm-hmm.